Поздней ночью на улице Горького, когда номер подписан в печать, слаб-то, друг, ощущения горькие с молодецкого скинуть плечам. Вот идешь ты, дурной и прокуренный, почернев от газетного дня. В голове твоей заштукатуренной не пылает святого огня. Ничего тебе нынче не можется, и глядишь ты, исполнен тоски, как на девичьих крашенных рожицах под ресницами тлеют зрачки. Хороши длинноногие бестии, жаль, в чужом огороде поют. Говорят, что в газете «Известия» всем таких секретарш выдают. А вокруг рестораны да гулебища, Родженцовая в них молодежь. В недубленном спецкоровском рубище ты стыдливо сторонкой идешь. И пока до твоей однокомнатной громыхает полночный трамвай, размечтайся о чуде каком-нибудь, но жене ее не называй. Съешь на кухне котлетку холодную, не спеши освещение включать, а налей-ка 100 грамм за свободную, за советскую нашу печать. С каждым годом она все могучее, вокруг нее вся страна сплочена. Так не стой у окна, словно чучело, ни хрена не видать из окна.